Всем привет, с вами Шуха, это рубрика «Отправил на проклятый аккаунт». По сути, все просто. Приглашенный гость, как правило, стример, ютубер или проигрок, отправляется на аккаунт, который предоставляет подписчик, и по его мнению, он проклятый, на котором очень сложно победить. Такими словами он охарактеризовал свой аккаунт. Максимально скрытопульный, раньше хоть как-то можно было победить, а сейчас бросает самых отбитых союзников, ПКД, байбеки и так далее. В общем, не аккаунт, а мечта для рубрики. 5400 ПТС и 3000 порядочности. Ну а отправится туда ютубер топ-1 Тинкерлэнс. Как раз проверим новую имбу патча, так как многие считают, что Тинкера очень сильно апнули. В общем, лайк, подписка и приятного просмотра. Ребята, проклятый аккаунт с Лэнсом, с топ-1 Тинкером. Это, кстати, Габен улыбнулся Лэнсу и говорит, давай я его немножко апну, чтобы ты, так сказать, пришел себя, апнул 10 тысяч уже, правильно? Конечно, конечно, скоро все будет. Всем здорово, ребят. Да. Только проснулся. Вот. Разбудили Лэнса, он не спал. Я его попросил пойти спать, разбудил его, чтобы он только проснулся. 5400 ММР, 3200 порядочности, все как надо. Кстати, страница не самая веселая, погнали. Ну, ты сам поделись своим мнением, что ты вообще думаешь про Тинкера? Да я, ну, гайд на своем канале записал, там я, в принципе, все рассказал, так что... Люди могут непосредственно... Ну, вообще, Тинкер сильнее стал, ну... Потому что... Ну, стал как раньше. Единственное, что могут, типа, сбить, но... Но тебе его не могут сбить, да, потому что ты по кустам прыгаешь, а если ты влетаешь в пятерых, то ты влетаешь под БКБ, и тебе и так не собьют ярм никогда в жизни, то есть... Тинкер стал гораздо сильнее, просто... Ну... Вернули рярм, порезали ману. То есть матрица улучшится. У всех БКБ кдэшится 90 секунд. У тебя под матрицей на 67 кдэшится. Но это же имбово, не? Подожди, матрица сделала, чтобы у тебя кулдаун шмоток ниже был? И не только шмоток из пылов. Он, видишь, 20-й уровень. То есть под матрицей должен быть постоянно, когда что-то. Да, я тиммейтов на нее могу повесить. И тиммейтов будет 20% меньше всего. А, нифига себе. То есть... Нифига себе. Не шутки, так сказать. Получается, Октари надо покупать ему? Ну, прикинь, берешь как Арквардена. Как мне слот сделать для Октарина? Да. Берешь Арквардена, Тинкера, что, вешаешь матрицу после 20-го, у него там иллюзия, просто, я не знаю. А, там уже стратегии существуют, да, там новые? Ну, стратегии некоторые есть, да. Ну, посмотрим, как ты справишься на проклятом аккаунте. Так, принимаем. Так, основные правила ты запомнил, да? Да, не забанить размутить. Тинкера, размутить всех союзников и выиграть без смертей. Да, вот это, слушай, неплохой правило такой. Ну давай, короче, бетика забаня, я не хочу против него играть. Он по-любому будет. На first pick. Опа. Да, мне кажется, Тинки будет в бане по-любому. Да, нет? Ни в коем случае. Я же тебе говорю, все будет нормально. Так, а кто-то был в муте по итогу? Да, были в муте все, кроме кого-то одного. По-моему, он не был в муте. А все остальные были. Лэнси на хай ПТСах, да? ФПшил Тинкера наглым образом, то есть никого, да, не боится. Вообще, без разницы. Что за Затар, объясняй. Нету. Старый? Слушай, этот Затару, по-моему, уже, так сказать, 2 года мы с тобой снимаем. Да, ты 2 года его юзаешь. Ну, этот Затар, лучше него нету на Тинкере, я тебе говорю. Ну, кто такой Затар не делает, тот не понимает вообще, что такое Тинкер. Как бы тут сидит топ-1 игрок на этом герое, это как бы нужно, ну, понимать. О, это я люблю, трипл керри. Ой-ой-ой, ой, подожди, стой, это что, реально? Я не знаю, это я люблю. Че, ребята, вы вторым на керри решили пойти? Эй, ты давай не пали своим голосом. А, ладно. Если они увидят, что это Лэнс, и потом, это Лэнс. Блин. Давай играть нормально. Чуть-чуть позже, когда все плохо будет. То есть вот так, да? Ну, слушай, там Лешрак... Не, ладно, чуть-чуть, что хочешь делать, что хочешь. Там Лешрак это сильный герой очень. Ну, в миде конкретно, он может тебя подушить жестко. Надо сразу у меня отмазаться. Отмазки наперед, да? Да. Ну, потому что лишь я ненавижу Бэтрайдера и ненавижу Лешрака. Это два мидера, против которых, ну, просто, ну, вот мне невозможно стоять, я не знаю. Ну, это просто, ну, у обоих героев, ну, у Бэтика куча статов, у Лешрака очень много МСа, и оба спамят спейлы какие-то там, да, станчики, не станчики, просто как-то... Короче, душные герои такие. Ну, слушай, что я тебе могу сказать, свой... Стартовый закуп ты уже предавал и не раз. Я помню, когда против таких Void Spirit или каких-то сложных героев Лины, против кого сложно фармить на высоком рейтинге, ты брал ветки на фастботл. Ну, слушай, когда я видел игрока, если там сидит какой-то FN на линии просто, ну я понимаю, что я возьму сейчас там гусики лучше просто и ботл, и пойду камбэкать. А когда есть какой-то... Ну я вижу там ранг 1000 Лина, но чем мне 30 клетки не зайти? Нет. Ну что там, всего лишь ранг 1000. Как у Лэнса. Ребят, Лэнс скоро 10 тысяч апнет, увидите. 9 он уже брал, правильно? Да, я говорю, я на вся так всю жизнь. Я беру рейтинг определенный, потом сливаю очень много, а потом беру в 2 раза больше определенного рейтинга. Просто у меня так было всю жизнь, 6 тысяч начинаю. Просто пару дней, ну как, пару недель, короче, десяточка будет. Опа, пришел палить. Ага, подожди, это получается... Я вот не понимаю, он купил 2 гантели и вкачал 3-й.
и у этого топорик тоже. Так это керри, походу. Но он на пятерку взял Тини, короче, вообще непонятно. Так он керри второй. О, он хочет веб сломать, причем нагло. Но он хочет проверить его просто, он типа так. Ладно, пробиваю Лешрака, короче. Ну, Лешрак он... Ой-ой, ого. О, спасибо. Лешрак закупился, но так себе, там тангус, веточка, это, то есть, такой себе закуп, мне кажется. Мало стата хоть. Ну да, типа, хочешь на ботл фастово выйти. Да, ну знаешь, я видел на мажоре, Тинька когда брали, ему на четверку брали третий скилл, да. Качивали, и потом, да, но... и потом денайли крипов. Тоже рабочая страта, но не всегда. Ну, бля, я не знаю, типа, на пятерку... На пятерку. Короче, ладно, неважно, да. Дем лазеру, так вот убиваем бенджа, переагриваем. О, как тебе, кстати, мид, то, что мид поменялся, то, что знаменосец начал выходить, и слушай, как это, ты к этому относишься? Это очень приятно на тинкере, особенно, потому что ты всегда 100% этого крипа добиваешь. Там же он столько денег дает, просто очень много. X2 деньги с него идут. Ты просто с лазера добиваешь его и кайфуешь. И плюс я же играю без тангусов на тинкере с тремя серклетками. Если я по хп просяду, он выходит, я просто стою, регинюсь. Если мид тяжелый. А, он же еще хп реген дает, да? А вышка дает хп реген, как раньше? Конечно, ну, да. А, и он еще и вышка. И он, и вышка. Ты стоишь просто на инвокере, там второй левел, 20 хп регена. Ну, короче, под квасами. Ага, все-таки... Да, инвокер жесткая имба, очень жестко. Видишь, танчик откидывает. Очень жестко. Опа, нео. Набиваем ренджа вот так. Ну, значит, так я хотел подженаить его. Да. Это что сейчас было? Да там, видимо... Просто диабольники врубил на втором. Просто захотел... Ну, надо развести на Хверикова сейчас, попытаться. Пичка. Какого Лешрака ты боялся? Вот этого очень боялся. Вот странно, почему он Хверик не нажал. Вот если он так играет, то он должен был сейчас думать, что он умрет, и нажать Хверик. Но почему-то... Подожди, сейчас ракетка откатится, ты ему дашь лазер. Да, ему, мне кажется, до батла не хватает. Я не понял, он... Да, ему до батла крипа не хватало. Он без третьего играет, типа, у него раскачка 1-1. Я же говорю, ты что, ну на втором уровне диаболик, я стану еще до этого ножа, а то еще было странно. Кого это в аккаунт? Ой-ой-ой, 4 хп, ты видел осталось игру? Да, и ботл хп хотел. Ой-ой-ой, вот это он закинул стан, конечно, неплохой такой. Так, а я забыл, я с тобой заговорился, ботл нанесу себе, уже мог принести, уже больше срону. Ну это схема специальная. Специальная, да, то есть. Ну, мы переагриваем крипа. Что-то он не стал переагриваться, видимо, он вижен пропал на меня. Без бутылька, да, придется завязать руку? Ну, придется, а то он сейчас побежит на своих конских ногах, 325 мс, заберет ее. Смотри, диаболики нажал, и что? И станчу, да? Она очень странно как-то играет, прям очень странно. Вот этот крип, вот надо сейчас его обязательно забрать. Крипы весь урон схавали. Ой-ой-ой, а, вот этот знаменосец. Приятно было сейчас мне. А где наш знаменосец? Подожди, он умер, походу, уже. Не супал. Так, ренджа надо добить. Ага. Я думал, по ренджа будет стан кидать, но не важно. Ну, тяжело против Лешрака стоять без вижена на миде. То есть я не вижу, когда он кастует стан, когда не кастуется. Я хочу, чтобы он с Фериком. Ну, раскачка так же, да? Матрица, все. Ну, как все обычно, матрица в конце, да. Че, он за баунтосом, да, моим выбежал. Вообще сейчас, ну, на тинкере, как я же говорил, в гайде своем, кто может после него придет. Нужно делать фастовый блинк, потому что сейчас кемпа нет, у тебя качаться негде. Все, что нужно, это взять блинк и скиллов получать себе левел, деньги. Поэтому соринг пока не нужен. Экономику вообще... же поменяли, да, вроде как? Да-да-да, у тебя экспы меньше, типа, все дела. И поэтому лучше взять блинк, чем соринг, потому что если ты берешь соринг, тебе нужно фармить, качаться. А нету кемпа негде фармить, поэтому ты должен фармить киллов, киллы врагов. Сейчас посмотрим, как ты будешь фармить врагов. Так, знаменосец на месте. Пам, добили. Хорошо, этого заденайли. Ракетку откинули. Ренджа заденайли. Ну вот мне не нравится лишь ракета, что у него очень много МС. Я уже могу убить его раз 100, наверное. Он просто, ну, гоняет туда-сюда. МС я не могу догнать его. Ну да. Он, кстати, на что это? Это типа на худ, да? Он взял себя фастовый. Не знаю на что, но похоже на это. Возможно, потом Eternal Shroud будет делать. Возможно, да. Так, ага, подожди, стой. Вот это сейчас проблемы у нас могут быть небольшие такие. Ну-ка, резко вниз. Ага. Ну, мы его переиграем. Вот это очень опасно, самый сильный игрок. Когда ты выходишь на тинкере по дрону, то есть даже не от самого сильного игрока можно умереть, потому что диаболик это имба, если ты один, не под крипами, короче.
Этого очко не добил, блин, конечно, обидно. Вот каждый раз, когда я не добиваю этого крипа нового, так обидно становится. Но Ренджей я много сдинаил, в принципе, динаев много, у него игра плохая очень. Меня напрягает, что он фейрик не нажимает вообще, я так хочу убить его, но... Как бы там ни было, не самый сильный игрок против тебя попался, поэтому... Ну, вот сейчас даже Мофори Файр не помог. Короче, так. А, но мид у меня очень фришный, надо купить сентри опс, чтобы снять его сентри и поставить свой опс подвижный. Это правда. Мид фришный, но пока что у врагов уже 3 килла есть. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас нужно обязательно. Ну, Тинкер это очень сильный герой, на самом деле, после 6 левела. Ты, у тебя бесконечные ресурсы, ты можешь просто давать прокаст, на базу улетать, потом прилетать, опять давать прокаст. А вражеский мидер не может как бы отрегениться с прокастов твоих. А ты постоянно на фул. Ну сейчас что он хочет? Ну, непонятно немножко. Ну, что просил. Он взял себе фласку, кстати, заметь. И еще один сентри. Непонятно, зачем еще один сентри. У него один уже стоит, он стал мой опс. Он взял еще один. Очень странно. Ну, надо бы как-то его так поставить технично сейчас опс, чтобы он его точно не сломал. Надо поставить вот так сентряк, сломать его сентряк. Успеть, хорошо. Он сейчас поставит сентри. Я хочу поставить вот это вот сюда. Опс, наверное, он там не видит. Опс он поставил, скорее всего, здесь. Потому что у него был опс с сентриком. Или один сентри был, не помнишь? Я не помню. Не, не помню, но твоя команда конкретно сливается, уже пишет говорит АФК. Ну, вот опа, перехитрили, ну слушай. Как говорит Папич, не самая высокая CQ у него. Так, Лешрак пошел за бот руной, но это хорошо, пока его нету, я могу его линию запушить, и у меня быстрый блин будет. Ну да, за блинка недолго осталось. Не пошло так. Но у тебя сначала кликбай с улринг стоял все-таки. Ну я по привычке его ставлю, потому что он, видишь, идет подряд у меня. Сейчас сборку не поменял. Это пульт он забрать. Ты свой гайд уже поменял на этом, ну свою сборку? Да, да, конечно. Ну вот, вот здесь вот. Угу. В магазине. Нифига. Он как без нее-то? Это же лучшая сборка на Тинкере в мире. Это просто лучше не существует. Ты хочешь сказать, что даже у этого, у Грейшарка хуже? Ну это не обсуждается, там само собой, но... Ну я думаю, ты понимаешь. Я понимаю, что Грейшарк посерьезнее будет. Ну конечно. Ну ты топ-2. Ну можно тогда и так сказать. Когда движ начнется? После блинка, я же говорю, сейчас. Сейчас будет все. Не-не, мне просто интересно, планы. Планы, сейчас берем блинк, кошмарим все линии. Кирку, я скинул, блин. Покупаем Соринг Шиву и выигрываем соло катку. Я думаю, мои тиммейты будут очень довольны этому. Сейчас наша задача прилететь и убить Марса. Хотя там рейндропы, в этом проблема. Из-за рейндропов можно не убить, но я попытаюсь. Вот так вот, если он копье не будет откидывать. Делаем вот так вот. То есть и все, уже убили Чара, реализовали блинк, получается. 8 левел получили. Отлично, причем мы убили такого нормального типа. Да-да-да, очень крутого. Опа, еще типа. Здесь. Так, смотри, сейчас будет стан от ракетки. Он стики должен нажать. И я его убиваю. Да, тут просто. На! Все. Еще и спас Гирика. Хорош, хорош. Все хорошо. Не берите руну, берите. Интересно, у кого там много? 7 киллов. 7 киллов. Много там у белки? Кто там сильный у нас? У белки 3 килла. Так, не знаю, они меня оставляют прям до конца эту руну, я им вроде сказал. Наверное, я у них мути или непонятно. Скорее всего, замутили. Надо продать. За то, что пикнул Тинкера. Логично, логично. Так, сейчас в боте можно убить Джиггернаут, он там стоит на таком вкусном хпшиш. Ну пусть танчик даст. Так, подожди, ну получается, что мы делаем? Мы идем. Ну, слушай, он так идет, короче. Вот так надо сделать. Ну я понял, он, видимо, у него что-то мана нету или он уже тратил. А, или мана не было, походу. Ну я не посмотрел, не посмотрел. Так, кликнул мельком. Ну сейчас он меня не сможет убить, по идее, там маны у него не так много. Иллюзии. Покошмарил меня и ушел. Белка. Ну, можно троих убить здесь, на самом деле. У нас подкаст. Давай. Тоснишь. Сам себя тоснишь. Белка там копей слов хп. Ой, меня сбил. Ой, сбили. Ну, немного неприятно, он на тени должен был идти тосать героя, и чтоб я дал прокаст, но немножко он... Протупил, или что? Ну, тогда стаки забери. Давай, хану. Тут еще и этот. Не, ну они прям конкретно прям не тут. Сейчас дам, подожди. Давай хрону на него. Прыг, да, хайп от паблика? Ну да, давненько. Ну просто, да даже если не хайп от то типа, ну, на лоу играешь, тебя люди слушают, узнают, а тут прям они всех друг друга замутили, короче, что-то непонятное происходит. Ну давай, больше. Гоу энд было как минимум. Давай, найти не ссы.
И там есть арена, поэтому я боюсь прыгать под Марса прям. И плюс он может сбить Риану, все может быть плохо. Опа. Не достал. Воу. Но очень сыкает. Он пингует. Он на тине прям без остановки пингует, что хочет драться в топе, но когда я прилетаю, он всегда сыковать начинает. Я просто не понимаю, блин. Ну вот, сейчас. Тосай на меня его. Пипов тосом, но это тоже хорошо. Ой, лазер. Ну, есть рана. Так вот делаем. Так вот, это дурочка. Найс. Так, слушай, ладно, Марса тоже можно, но. Разводить надо. Опа! Разводилиус. Нет, у него тоже, конечно. Ну, у нас нет урона, у нас нет маны. Там есть прокаст от тинника. Хорошо. Правда, у меня парень с вышечкой разобрался немного, не зря диаболики максил. Ну, прыгаем вот так, и по стягиваем. Печальный носит, давай. Вот так вот, да? Да-да-да. Сталишрак пошел один к стрифт топ. Не знаю, что он хочет. Как бы там не нафидели ему, тут же лишь потишка откуда. Что-то странное. Как ты относишься, скажи лучше к этому. К новым шмоткам. Слушай, есть прикольная, которая, когда тебя бьют, там она тебе ману воспоминает быстрее. Не, ну есть что-то на тинкере? Ну слушай, есть очень жесткая шмотка не на тинкера. Вот это типа на инвокера какого-то, да? На Лину. Нет, там, наверное, сейчас все-таки самое лучшее это Фейри Тринкет, либо... Ну, вот это хорошее, которое... Тира на урон. Дальность дает. А, это... Ага, ну а так, ну все по-старому, типа, ну видишь, как линза такая, пол линзы или что-то. А это шмот как называлось, который 15% урона дает, еще длительность увеличивает. Как его, блин, я забыл. Сейчас я покажу. Ну вот это, вообще, вот оно, Таймас Релик. Ну, тиммейты немного АФК стоят, это, можно сказать, проблема, потому что я купил фастов, блин, хочу делать киллы, я, в принципе, и сделал киллов достаточно, но хочется дальше убивать, реализовывать преимущество, но у меня тиммейты прям вообще АФК стоят. Поэтому мы просто пока качаемся. Или на лоу придется. Так сказать, заспейсить и выиграть игру. Да. Контры вроде никого нету. Да. Такой прям. Ну, единственное, неприятно, Оракл может подсейвить жестко. Так что он хочет... Не, именно в плане контры, кто тебя можешь, понимаешь, ну сказать. Да. Вот Марс, на самом деле, в топе жестко ошибается, но почему-то я здесь один нахожусь. Реарм не сбили. А, там за спиной просто компания подъехала. Да, у нас стоп падает, можем отдефать? Мы же всех убиваем. Можем, но не будем. Окей? Я пытаюсь как могу дефать топ, но что-то я не знаю, они хотят в боте вышку забрать, но еще что-то. Но миссикстаф уже есть, летим на базу. Вот Лешрак на виз идет, ты видел? Он тебя сейчас убьет. Зачем ты ему подсказываешь? Он сейчас смотри, хрона поставит или что он делает? Вообще, смотри, с ревоза хрона будет? Будет хрона? Так, его. В центре есть, хорошо. Найс, убил. Ну, на вайда плевать, главное, я килл сделал, как говорится, допустим. Главное, Лэнс забрал свое, да? Конечно. Так, вот этих тоже, вот этих тоже. Да-да-да. Молодого Оракла. Тос. Я буду только стилить, пас. Конечно. Ну, он может тоснуть уже 300 лет, но он почему-то ждет. Покасит. А, вот с фейзами, короче. Вот так вот делаем. На тине прям невероятно странный игрок, я прям не могу предсказать его действия, он вообще не то, что делает. Непонятно вообще. Слушай, нуб вайт. А почему, интересно? Почему он сдох? Блин, они ничего не общаются, это прям вообще, я бы, конечно, с ними жестко пообщался. Ну просто если бы не вайт, мы бы даже файт не выиграли, на самом деле. Помнишь, что мне жаловался в прошлом патче Шуха? Тинкер мертвый, на нем невозможно выиграть. О, вот, кстати, шмотка, про которую ты говорил. Все дела. Так. Вот такой он плохой. Забираем? Не получилось. Так Марс паузу ставит. Не, ну далеч ракет, да, не самый такой. Слабее, чем ты, он прав. Ну, шивы почти есть. Тайминг идеальный, слушай. Ну, тайминг невероятный. Че ты разошелся? Да что-то уже, ну как бы все. Все, габело, да, здесь нет шансов. Вообще, против меня выиграть вообще нереально. Ну, 1x9 ты не справился. Когда такое было? Ты еще, ну, помнишь? Когда это было? Я что-то не помню такого. Ну, слушай... Тебя ждет у брата двойника, правильно? Да я думаю, ты уже скрыл видосы, и сейчас мы просто ни о чем не говорим, правильно? Ну, может, с новым Тинкином справишься, потом посмотрим. Да я думаю, я бы справился с любым, просто немножко мне не повезло там. Знаешь, слышал такую фразу? Везет кому? Скажи, везет тому, кому везет. Да.
Ну, Шива уже есть, везет, короче, тому, кто везет. Сейчас будем развлекаться, пойдем до этого Марса докопаемся. Давай, давай, о, давай, спотишка его, стяни вот эти вот прокрасики Шивы. Просто или так летим. Ну, тут немножко деревья, мне не нравится, как стоят. Подожди, там подниму Оракл, арканы нажал. Прям подпасть. Опа, а Оракл по себе сейвит. Слишечки, а можно, можно? Блин. Нельзя. Но я там не мог рярм отменить, потому два. Что он был... Походу не умрешь, реально, человек без смертей. Да я сейчас под фонтаном просто отключил, ты знаешь. Так, с 12-м уже легче драться, правильно? Конечно. Тут вроде рярм на всех стадиях пофиксили, только да, на последней. Да, да, рярм Бен хотел пофиксить. Но он думал, что... Случайно апнул. Ну, не знаю, неопытные тинкеры, скорее всего, для них это как фикс, можно сказать. Но если ты умеешь рейтинг тинкеры, то есть, ну, а как у меня в теории могут сбить рярм? Я по кустам с Шивой убиваю врагов. Я, если нет Шивы, издалека кидаю ракеты и прыгаю только тогда, когда я уверен, что я сделаю кил. Ну, там какой-нибудь герой, учиться. Который контрпик, там, Зевс или ну, Зевс, что-то. Баланар какой-то, да, когда тебя видно. Что-то, да. Что на джиггернауте тебе вообще не хочет нужно. Как наш реакция? У него миллионер, подожди, у него миллионер. А, опа, он умереть хочет? А я умереть хочу. Ай, что я сделал? Куда я прыгнул? Я Марса не ожидал видеть. Ну кто ожидал видеть Марса там, ты мне скажи. А я, знаешь, думал, что ты сделаешь. Я думал, ты подождешь, пока крутилка закончишь, потом в тень прыгнешь и... Не-не, я хотел прыгнуть вот сюда, в кусты. Меня тогда никто не увидел, и там уже крутилка кончалась. Тебя было видно, да. Но я не допрыгнул, мне не хватило РНЖ блинка и... А, и в любом случае все было бы хорошо, но там Марс этот полдома не пришел. Да не повезло, короче, вот так, но вот. Я не допрыгнул. Я, если бы допрыгнул, я бы убил всех там. Да-да-да. Но ты хочешь поспорить со мной на эту тему? Да. Нет, конечно, ты что, ты точно всех убил сейчас. Просто Марс появился. Ну просто, нет, ну, немножко, ну, играет жестко, парень. Ну, видишь, смурф там, диван 3. Я, что за смурфпульные пацаны в принципе играют против, точнее? Я не знаю, смотри, там 63-й, это 3000 матчей, это уже не смурфпульный. Марс, кстати, фаст БКБ, а это мне 18-й, ё-моё, подожди. О, Оракл все испугался за Жаггера, ультимейт нажал. Развели на кнопки, стильтик, любовь, пожалуйста, мейкер, да? Ну смотри, уже пошел просто. Да, 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 он уже соблазн. Так, а Войт, что там? Ты посмотришь, что у Жаггера? Войт говорит, умереть хочу. А, у него шарк или что? Он что-то далеко прыгает. Бэт, мы можем подраться с Кноспирой там? Нет, только Оракла, говорит. Давай, давай. Ну, надо Оракла, там Жаггера так шопнуть. Ну, да. Макс еще. А, там БКБ есть, ничего себе, надо его бить. Не-не, зачистить. Да-да-да, все хорошо. Ты да, родненький. Ну, мне нужно 18, 18. Да он сдался, походу, я не знаю, довели парня молодого. Ты дал пору, но ребята все равно не справились, правильно? Ну да. С таким стриком умер, то есть, но там тяжело было. Но его мы не убьем, маны у нас уже мало. Кончается, подожди, что-то хочет от меня, да? Что он пошел чисто так. В поисках. Что-то он прям как-то бычит, не знаю, 20 маны, он прям хотел. У него маны нету, слушай, жаль, у тебя маны нет, ты бы убил сейчас его. Так, миди файт можно придумать какой-то, да? Ну, Джаггер взял миллионер, и вместо того, чтобы, ну, миллионер шарт, и... Хочешь идти драться, но я не знаю, он когда выходил драться, он просто умирает сейчас. Не вижу смысла. Так, он, конечно. Ну слушай, сейчас Жаггер что-то реализовал, неплохо тогда, но можно бить его. Тоснуть, и Оракл не сможет. Вперед кинец, да. Ну, он просто на Жаггере качался, имел максимально много антворса, а потом просто не реализовал преимущество и умер два раза, короче. Ну Лишрак, слушай, смотри, что импактит. Этого на урока, конечно, а что вы это сделали? Это же не шарт у него по-любому, он что-то далеко прыгает. Да шарт. А, шарт, он шарт купил, да, я думаю, да. Чего он так далеко прыгает? Так, мне нужно 18-е взять, и тогда будет уже красивая дота. Более-менее. Ну, а ты, кстати, книгу не своровал, ты же обычно воруешь. Я забыл. Ну, я говорю, ты заговариваешь. Ну, тройнуешь его, умеешь делать? Или научить? Ну, слушай, если бы ты научил, было бы, конечно, очень круто. Я реально не понимаю, как это делать. Ну, потом расскажу как-нибудь. Ладно. Так, смотри, он на Лишерке идет, вторую пачку хочет забирать, но он будет нажимать телепорт, поэтому ему нужно, чтобы он не успел тэпнуться. Он что-то испугался. Я не знаю, как это было. Я но... как будто бы увидел. Угу. Ну-ка, вкусик. А, Оракл за спиной уже, понятно. Может, его надо будет шлепнуть? Ну, я шлепнул такого. Подожди,
типа. Ну да, ай, блин, я матку сегодня не успел повесить. Ну, только не говорите мне, что я сейчас умру. Ну, это Лишак, это персонаж такой максимально мерзкий. Я что-то не думал, что я тут буду умирать, но что-то как-то... Это Тинни это сделал, да? Да я этого Тинни. Ну, я тебе потом скажу. Ну, просто, ну, я не знаю... Пожалуйста. Ну, тут было 4 моих тиммейта, и я там только Лишак и Оракл, я думал, прыгнул. Я же никак не могу умереть, но как я умереть могу, если тут 4 тиммейта, а там только Лишак и Оракл. Ну, короче... Ну как ты можешь умереть? Просто под Лишака прыгнуть без БКБхи, и он тебя сожжет, например. Ну кто же знал, что четвертая матрица две штуки не подсейвят? Да это не важно, все, я же говорю, мне нужно 18. С 18-м? Надо сейчас его убить в соляного нагло, как старые добрые. Он просто вообще не подставляется, он либо видит, либо... Он на топе. Он как будто, знаешь, как будто телепорты видит, но он же не мог видеть меня вот здесь. Там же нет вижена, правильно? Но а как только я нашел топ, он сразу отходить начал. А может Тинкер Вижен может отходить? Но Тинкер Вижен не достает здесь. А, да, скорее всего. Ну фиг знает, может на полу вар стоит. А может быть у него 4? Непонятно. А, такое тоже может быть. Но это мы не берем, так сказать, в разработку. Ладно. Версии. Все, мне нужен 18-й, и мы будем. Саша, Яша. Уже мало дамажит. Все, начинается. А, нормально, давай в крипа. Подожди, ты во вражеского крипа кинул Дэрил, и он выжил. Да. А, я думал, ты своего кинул. Все, короче. Ну, табаха почти есть. Надо ему мстить. Подожди, давай. Марс топе, можно убить его. Ого. Этот он не пожалел, конечно, на сферу. Это наш клиент. И вот тут 4 тоже наших клиента, по идее, но надо как-то, чтобы команда... Ну, я просто не могу прям один пойти. Ну, ладно, уже не могу вообще там вышли с ними. Как же они любят прокачаться. Должен под собой жертвовать, правильно? И стикеров в команде. А, я представляю, как обычным людям должна вообще... Должна быть жертва. Такие мерзкие игроки играют. Вот если бы сейчас сидел... Такие, да, ленивые, ничего не хотят. Да, ну не то, что вот... Он на гирокоптере уже 5-ю пачку пытается у меня забрать под первым скиллом. Я не знаю, типа, ну это же саппорт, а я мидер, как бы. Ну я не понимаю, ну как обычным людям здесь выигрывать? Ну он не надеется на тебя, понимаешь? Он надеется на себя. Ну, слушай, ладно. Так, вот хочется что-то сделать, вот невероятно хочется что-то сделать. Но враги кучкой играют, кучкой. Ворды снимают и кучкой. А моя кучка, она немного не там находится, где надо. Вот в топе можно сейчас, подожди, мидиа. 10 весел у него заряда. Ой, это мне нужно, Ну все, у Марса нет БКБшки. Так, Оракла нет. Ну все, это идеальная драка. Так, это наш клиент. Следующий. А ты куда меня форснул Тинни? Ты видел это? Да. Если бы сейчас умер, я бы вообще жестко зацветил. Так, троих, еще одного, давай, последний. Ну, этого тоже скучно. Куда ты собрался, родненький? Найди сюда. Бам. Блин, моя Тинни форснул прям под Лишака, ты видел это? Да. Я чуть не умер там, я просто... Что бы ты сделал бы? Я бы сказал ему пару ласковых, во-первых. Во-вторых, типнул бы его, а в-третьих, бы просто пинговал. Пока в таверне сижу. А, ты шмотки ты не бьешь, правильно? Ну я шмотки никогда не бью. Я бью только врагов. Конечно. Только враги бьют против меня шмотки и выигрывают. Ну, на мейне. Так, кстати, ты мне скрины кидал. Как ты выиграл мид, кто-то там встал в амулет и проиграл игру. Это же как мем какой-то с мейн аккаунтом. Просто. Короче, мейн у тебя проклятый, правильно? Да походу максимально проклятый, там такие игры. Я вообще этих игроков, с которыми я играю, впервые вижу, и они просто играют как байер. Я говорю, вот Алёша Грум, он заходил в мою страницу игр, и он мне говорит, что я играю со всеми теми, кто у него в додже, блядь. Но... Я думаю, это о чем-то говорит. Чем меня видно, там вар стоит хороший у них. Ну... Вот здесь на горке. Понимаешь, самый быстрый пальцы. Его впалу снимать. Так, этого давай. Опа, пошло, так, поехало. Еще и по тавру можно, да? Бам. Давай, по тавру, сушки. Кто следующий?
Я думаю, все остальные. Я думаю, все остальные. Оракл там сейчас. Вот этот, например. Марс немножко перепутал. Тут разбили на кнопки. Там он, смотри, под этим еще. Сколько урока он только закончит, сколько БКБ еще. Немного на Марсе, он не знает. На кого он пытается рядом поставить. Так, а что там, у него слэша нету типа или как? Жду у меня слэш, хочу на середку... Хочу на середку Этериал кинуть, жду у меня слэш, а он просто не нажимает он. Мы-то думали, Лэнс может без смертей закончить, а он два раза умер. Ну я два раза просто умер, да. О, привет, Джаггер. Слушай, там лишь шаг пошел 1x5, ситуация. А гаста там нет, там еще сотники. Блин, ну что, они уже сдаются, да? Все, я просто хочу с ним пойти пообщаться надо. Да ловить-то нечем, БКБХ есть, кто там у нас следующий? О. Некробанка. Подожди-ка, вот это может быть очень опасно, потому что там башер и... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Я не могу камеру передвинуть, что происходит? Что? Я не могу... А что с камерой? Я не могу пройти. А что с руками? Я не могу пройти. У меня руки зависли. У меня зависла... С моими руками. Да ну что, сейчас купил, блядь, молнии башер. Если бы не было башера, я бы вылетел. Но у меня башит второго удара. А чё, там реально прохода нету, и типа кусты. Я ничего не вижу, потому что тут темно, и у меня камера просто нормально не ходит здесь. Я даю, ну просто скучно так заканчивать игру. Я даю какие-то шансы, он 2200 джаггеру отвалил просто. 21 левел. Купияшу, а, дружище. Давай, купи же что-нибудь там, сделай импакт. У меня сейчас Бисл появится. Но он жестко кайфанул, я думаю. Так, Светка подлетает. Ой-ой-ой, ты видел, что они делают? Было жестко. Ладно, помогаем. Ну, шарки мне найти. Все равно не хватило. Ладно, сейчас я хекс беру, сейчас с хексом будем уже. А, у тебя же бабки на хекс есть. Да я богатый вообще жестко. Сейчас никакой же джаггер и никакой Марс, ни БКБ, ни крутилку не нажмут, я просто сделаю пару кнопок, нажму. Так, что, будем ее в кустах искать? Будем конечно будем, но просто тут через пачку проходить. Такой, вот так вот. Опа. Я отменил реарм, моментально хексанул его, у меня реарм в кол... Ё-моё просто. Ну, БКБ уже нажал, да. Ну, там не было вариантов. Если бы я реармился дальше, он бы жал БКБ арену копье и улетал бы. Либо я отменяю реарм и забываю, что он в КД может идти. Отмазывайся. Кто-то хитер. Никого нет. Ну да, Тинкер веселый герой, можно загнобить, там, убить всех, все дела, но тавр ломать, конечно, это не самое. Ну и давай на Марс. Задача. Может, вот того заднего дурачка надо задушить? Конечно, я пытаюсь найти позицию получше. Ой, я не могу. Так, джаггер. Ну, маны уже нет, он что-то какой-то слишком сыкливый. Лол, забашил, что-то не имею. Куда он? Что воет у нас? Леса бьет? Этериал? Ну там тяжело добить Этериала. Мне нравится воет, чем занимается все это время. Бьет тройку. Капец, он закупился, смотри, Саша Яша в АКБ. Мало-мало сейва ему. Че еще покупает? Скади теперь? Да, Скади и Сатаник. Сатаник. Каждый слово чисто на жир, чтоб выживать. Так, ладно, короче, я не могу, я... представляешь? А может он сейчас начнет двигаться? Так, видно, да, решил его где-то задушить. О, набил Тинника, прикинь. Это было жестко, я что-то думал, он не сможет. А как не забайте, что Плешрак там альтабнулся, в доту зашел как-то что-то? Никак. Ну давай, подходи. Вот сейчас он должен помочь Марсу, правильно, кто-то? Нельзя бить их, ну что? Это... Он в шоке. А ну давай как-то я их буду пытаться вывести из себя. Откуда они знают, что это я? В смысле, это же враг. Откуда он может знать, что это я? Он узнал, по скиллу, что ли? Не знаю.
Напиши ему, кто такой Лэнс, я его не кто знаю. Кто такой Лэнс? Я его не знаю. Мне все с ним сравнивают, а я хз, кто это. Вот так напишу, да? Да я, значит, не тебе, бро. А, дальше скажу. А, он все, слышишь, он пытался предугадать, короче, предсказать. Но он был прав. Увидит видос, увидит себя, напиши комментарий. У него еще и проклят аккаунт, а еще и против Лэнса, нормально, да? Ты посмотри, а как мне убить их? Ну, это же не... Как? Враги в неуязе. Как, ну как? Ну вот я себе хочу их забрать. Ну как ты не заберешь? У тебя есть... А, ты еще на интеллект шмотку купил, чтобы выложить у фонтана? Не, это мне ее дали, я таким не занимаюсь. Кто таким занимается, вот того мозга запомнит. Вот так жестко я могу высказаться о этих людях, потому что они меня капец как раздражают. А, то есть ты не любишь, да, вот этого хардлайнера OG? Но я ненавижу его, боже мой. Я бы с ним немножко, знаешь, так своим... Ребят, Лэнс слишком сильно играет. Походу, им нужно выше рейтинг и более проклятых ребят отправить. То есть на 1x9. Думаешь, я... Повторная серия, но это потом. Для чего в качалку пошел, братишка? Чтоб помару закупать. А, ты же, да, Лэнс уже 3 месяца качается вообще, ребят. Короче, ну сейчас... Ты ему гайду лайк поставишь? Ну, а как иначе-то? Ну, вот так жестко. Что ты хотел подвести итог? Ну, как обычно. Тинкер, имба, пойти рейтинг? Даже я смог выиграть? Просто смотрите мои видосы. И... Даже Лэнс смог выиграть на тинкере, ребят. Пикайте его и выигрывайте, так сказать. Да, да, даже я смог выиграть эту катку. Прикиньте, ну, то, что каждый игрок может выиграть сейчас на тинкере дот. Да. Не, ну спасибо большое Лэнсу. Ты, конечно, как всегда справился. Ну, а как во всех рубриках, кроме 1x9. Ну там перезапишем, переснимем, ты видос скроешь и новый выложишь, короче. Окей, все, договорились. Ну и смотрите гайд. Гайд его полноценно на тинкере. Тут у нас такой геймплейчик, разговорчик. Небольшой там, туда-сюда, общение. А там прям гайд, я так понимаю. Ну, я очень много фишек рассказал. Ну, у меня просто в комментах на Ютубе и в комментах, ну, в ВК ВЛС пишет очень много вопросов, как там что настроить. Я там все рассказал, чтобы, ну... А, то есть ты поделился всеми секретами. Ну, можно сказать и так. Ну, эти секреты недостаточно очевидные, но мне очень много людей подписало. То есть немногие люди не знают, как это работает и далее. Ну, и также по игре рассказал. Ну, да. В общем-то, ну, всем все, спасибо. Давай тогда, че. Всем пока, да.